Первая зубная паста была изготовлена из соли, перца и мяты. Такой смесью чистили зубы египтяне в 4 веке. Зубная паста же, похожая на современную, появилась гораздо позднее, в 19 веке. Сейчас на рынке представлено огромное количество всевозможных средств с отбеливающим, лечебным или освежающим эффектом. Объединяет их то, что практически в каждом тюбике содержится фтор. Как всем нам известно, он помогает убить вредоносные бактерии и защитить зубы от кариеса. Однако в избытке фтор довольно опасен, поэтому следует выбирать зубную пасту с содержанием фтора не больше 0,15%. Мы сравнили стоимость тюбика зубной пасты объемом 100 мл одного и того же производителя в 5 крупнейших торговых сетях Самары. Ашан и Карусель по 4 гипермаркета, Матрица, 5 филиалов, Пятерочка, 64 и Магнит, 114 адресов. Результаты на экране. Самые высокие цены на средства гигиены полости рта обнаружены в Магните и Карусели – 110 рублей. В Матрице на 5 рублей дешевле. Пятерочка продает тюбик за 90, а лидером по доступности зубной пасты становится гипермаркет «Ашан» – 86 рублей.